Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы вам расскажем отличную новость. 9 декабря на канале НТВ состоится премьера 3-го сезона сериала «Практикант». В новых части сериала мы увидим новую серию убийств, которая сотрясает город, в котором работает следователь Егоров. Под мостом обнаружен труп парня с животом, полным воском и монетами на глазах и во рту. Ритуал в скором времени повторяется. Исследователю Егорову нужно срочно вычислить и обезвредить маньяка. Положение дел ухудшается тем, что палки в колеса начинает ставить и его начальство. Доморощение, журналисты и прошлое самого следователя, с которым теперь у него большие проблемы. Кажется, что непростые воспоминания начинают переходить в клиническую плоскость и вызывают у Егорова сильные приступы. Что же будет дальше? Это мы узнаем уже в новой части сериала, премьера которого состоится 9 декабря на НТВ. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!